прошла одна из сложнейших операций по спасению воспитанников Полоцкого детского дома под кодовым названием «Звездочка». В ходе операции силами подпольщиков детей эвакуировали из города, а затем по воздуху переправляли в тыл Красной Армии. Особое мужество и героизм проявил летчик Александр Мамкин. Ночью 11 апреля 1944 года он в очередной раз поднял свой самолет с замерзшего озера Вечерня. Это был 9-й рейс, оказавшийся последним во всей этой операции. На рассвете, не долетев до линии фронта, самолет подвергся зенитному обстрелу. В результате он загорелся, а сам летчик был сильно ранен. Но несмотря ни на что, Александр Мамкин сумел посадить самолет в тылу советских войск, и все пассажиры остались живы. Мужественный советский летчик пожертвовал собой ради спасения жизни детей. В память былым событиям на этом месте поставлен памятник.